2017 год для Смоленского атомного предприятия юбилейный. 25 декабря 1982 года был подписан акт о приемке эксплуатации первого энергоблока. Поэтому День энергетика в этом году отмечался по-особенному. В ярко украшенном фойе пришедшие на праздник гости могли сфотографироваться или записать видео на память. Повсюду царило радостное, добродушное настроение. Горжусь, что посвятил своей жизни развитию атомной энергетики. Суммарно я участвовал в пуске 6 блоков. Шевченковский на Каспии, 2 курских и всех 3 Смоленская ГЭС. Настроение, конечно, праздничное. 35. Срок, конечно, солидный. Со дня пуска Смоленская ГЭС. Вместо зоны санитарно-защитной, санаторно-курортная здесь. Я хотел бы, чтобы по-прежнему экологически чистая создавалась обстановка, чтобы модернизация третьего блока прошла успешно и чтобы приступили к строительству Смоленской АЭС-2. Настроение праздничное. Каждый год мы радуемся, когда наступает День энергетика. Считаем его своим профессиональным праздником. Так или иначе, мы все к этому причастны. Может быть, не совсем основное производство, но все равно. И для нас это преддверие Нового года. Нашим ветеранам, прежде всего, хочу пожелать здоровья, долгих лет жизни, чтобы они успели передать нам, молодежи, свой богатый опыт, полученный за многолетний труд на нашем предприятии, на Смоленской АЭС. В этот торжественный вечер работников большого атомного предприятия поздравили глава города Андрей Шубин, заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов, депутат Смоленской областной думы Михаил Лосенко, духовенство и руководство станции. 35 лет назад первостроители передали знамя стройки первого энергоблока в руки эксплуатационников. Эксплуатационники Смоленской атомной станции приняли это знамя и гордо несут его и по сей день. И уверен, и в дальнейшем мы это знамя не опустим, не уроним, а будем также гордо и достоинство нести. Давайте мы пожелаем всем нам надежной, безопасной эксплуатации энергоблока Смоленской атомной станции. И мы всегда уверенно будем говорить, что мы будем давать свет и тепло всем, кто пользуется нашей электрической энергией. С праздником вас, уважаемые! 20 десногорских атомщиков были удостоены почетных званий. Это те, кто много лет жизни отдал развитию и процветанию атомной энергетики. На основании решения Смоленской областной думы по поручению председателя Игоря Ляхова почетными грамотами Смоленской областной думы наградили директора Смоленск-Атомтехэнерго Михаила Акульского, генерального директора Смоленской АЭС-сервис Эдуарда Синовоза, инженера отдела радиационной безопасности Смоленской АЭС Светлану Гасилову и костюмера сектора культурно-досуговой и спортивной работы ППО САЭС Галину Шацкую. Адрес от Смоленской областной думы был передан директору Смоленской атомной станции Павлу Лубенскому. Самым главным подарком для энергетиков в этот вечер стал яркий концерт, подготовленный творческими коллективами сектора культурной и досуговой работы первичной профсоюзной организации «Смоленская АЭС».